люди, чье имя имеет букву «Х», обладают хорошими манерами и воспитанием. Романтики по натуре, они длительное время не могут найти подходящего партнера, который обладал бы таким же бесхитростным характером. Владельцы этого имени обращают внимание на свое здоровье, на чистоту дома и обладают потребностью все делать добросовестно. Звук «Х» в этом имени дает характеру человека неприятность и отсутствие напора. Это силы и желание что-то начать и осуществить. Стремление быть первым, лидерские и организаторские способности, большая склонность к действиям. Не терпят владельцы этого имени праздной жизни и готовы к подвигам. Они всегда стремятся отыскать во всем правду. Буква «Т» в имени говорит о натуре чувствительной, творчески одаренной, с хорошо развитой интуицией, но заносчивой и амбициозной. Эти люди знают, что их жизненным предназначением является осуществление опеки, в том числе материальной, над зависящими от них людьми. Планета Уран для этого имени покровительствует терпеливым и необыкновенно трудолюбивым людям, не любящим ввязываться в сомнительные или рискованные предприятия. Люди с буквой «Г» в этом имени нередко страдают от отсутствия такта, поэтому в любовных отношениях часто меняют партнеров. В тех именах, в которых встречается гласная буква «А», труд – их природная потребность. Но не любой труд, а лишь тот, который они самостоятельно выберут. И сообщает характеру дипломатичность как защитную реакцию на грубость, давление со стороны. Если вибрация носителя этого имени предполагает смелость и хладнокровие, то вибрация внутренней сущности будет очень позитивной. В противном случае такой человек в своей жизни будет сталкиваться с препятствиями, тормозящими его развитие. Звук «Г» в этом имени отличает этого человека такой чертой, как брезгливость и любовь ко всему чистому. Это может проявляться, например, как неприятие находиться в неубранной комнате или нежелание слушать непрофессионального певца или брезгливость в еде. Не обещайте человеку с гласной «И» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. У человека повышена чувствительность к тому, что говорят о нем люди. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.